Новые раритеты появились в экспозиции Белгосфилармонии. Это инструменты, принадлежавшие людям, которые создавали музыкальную историю страны. Ударные Льва Копилова, дирижерская палочка Людмилы Ефимовой, отреставрированная органная кафедра Олега Янченко. В собрании ведущие концертной площадки, помимо инструментов, экспонируются и музыкальные партитуры белорусских виртуозов. Некоторым экспонатам уже более полувека. Каждый инструмент принадлежал какой-то личности филармонии. За 81 сезон концертный, конечно, таких личностей в филармонии было невероятно много. Кроме того, инструменты являются собой как бы историю гастрольных поездок. Они переживали все те же невзгоды, которые переживает артист, перелеты, переезды. К началу нового 82-го сезона историческую экспозицию расширят. Зрители смогут увидеть коллекцию сценических костюмов. В перспективе в стенах музыкального учреждения появится полноценный музей.